января 2017 года вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш сделал сенсационное заявление. После того, как армия его страны освободит от террористов сирийский город Аль-Баб, она не станет передавать контроль над ним властям Сирии. Однако сейчас до захвата сирийского города Аль-Баб армии Турции еще очень далеко. 24 августа 2016 года президент Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции «Щит Евфрата» и ввел войска на территорию соседней страны. Американцы спрашивают, зачем вы идете туда? Мы идем. Мы должны быть уверены, что этот район не представляет угрозы для нас. Турецкая армия сразу начала нести многочисленные потери от ударов боевиков. Взгляните на эти кадры. Вы видите, как террористы из запрещенной в России организации ИГИЛ уничтожают два турецких танка М-60. Они были разработаны в 50-х годах прошлого века в США и воевали аж во Вьетнамской войне. После того, как были потеряны около 20 этих танков, а десятки танкистов были ранены и убиты, Турция выложила на стол свой главный козырь. На поле боя появился самый совершенный, по версии журнала National Interest, европейский танк «Леопард-2». Появление «Леопарда-2» в Сирии в конце ноября 2016 года стало боевым крещением этого немецкого танка. Военные эксперты были уверены, что теперь-то Турция переломит ход противостояния с террористами. Но не тут-то было. Многих из тех, кого вы видите на этой записи, уже нет в живых. В середине декабря террористы, вооруженные всего лишь автоматами и ручными гранатометами, перешли в наступление на турецкую армию под городом Аль-Баб. Результат оказался ошеломляющим. Согласно этому турецкому документу, армия потеряла уничтоженными и захваченными 10 танков «Леопард» и несколько бронемашин. Когда войска западной коалиции начали битву за Мосул, в сети стали появляться ролики, на которых видно, как боевики из старых советских ракетных комплексов без труда уничтожают хваленые американские «Абрамсы». Кстати, по версии журнала Discovery, это лучший в мире танк. Журналисты быстро окрестили эти нападения традиционным арабским видом спорта – охотой на «Абрамс». А это охота на эти же танки, но уже в Йемене. После побоища, которое устроили террористы турецким «Леопардом», они выложили в интернет множество фотографий уничтоженной и захваченной техники. Больше всего экспертов поразила не столько картина разгрома, сколько тот факт, что половина хваленых «Леопардов» стояла на поле боя с оторванными башнями. Помните, как в середине 90-х, во время Первой Чеченской войны и операции «Буря в пустыне» в Ираке, только ленивый не критиковал отечественные танки? Мол, лишь русские могли додуматься посадить экипаж на боеприпасы. Неудивительно, что при взрыве они не оставляют никому из танкистов шанса спастись. Другое дело, просвещенные и цивилизованные капиталисты разместили снаряды снаружи танка. Давайте разберемся. В Т-72 боеприпасы действительно расположены внутри танка, в автомате заряжания под башней. А это схема расположения боезапасов танка «Леопард-2». У «Абрамса» она почти такая же. Обратите внимание, у западных противников Т-72 внутри корпуса находится всего 10 снарядов. Остальные 34 за кормой башни. Расчет такой. При детонации боекомплекта сработают специальные вышибные панели, которые не позволят ударной волне попасть внутрь танка и тем самым спасут экипаж. И действительно, тогда, в 90-е, в ходе операции в Ираке, «Абрамсов» с оторванными башнями почти не было, в отличие от Т-72 в Чечне. Однако дело было совсем не в том, где находятся боеприпасы в танке. Критики российских танков забыли упомянуть одну существенную деталь. В ходе операции «Буря в пустыне» в «Абрамсах» просто нечему было взрываться. Боезапас «Абрамсов» состоял только из бронебойных подкалиберных снарядов из «Урана», потому что их целью были иракские бронетанковые силы, а не пехота. При детонации эти снаряды не взрываются, а просто выгорают. Бурно, но безопасно для экипажа. Вот и весь фокус. Сейчас ситуация на Ближнем Востоке совсем другая. Главным противником «Абрамсов» стали не танки противника, а легко вооруженная пехота, нередко засевшая в городах и деревнях.
В борьбе с ними бронебойные снаряды абсолютно бесполезны. И все больше места в боеукладках стали занимать осколочно-фугасные боеприпасы. Тогда-то у абрамсов и леопардов и начало сносить башни. При детонации противотанкового боекомплекта хваленые и распиаренные журналистами вышибные панели действительно защищают экипаж от огня. Но если у вас над головой взорвутся 30 осколочно-фугасных снарядов с 60 килограммами взрывчатки, то никакие панели или бронеперегородки вас не спасут. По версии всех западных журналов и по мнению военных специалистов НАТО, американский «Абрамс» и немецкий «Леопард» являются лучшими танками в мире. Российскому Т-90 отводится скромное четвертое место. Но так было до того, как эта техника была проверена сирийской войной. Многие видели эти кадры. Американская противотанковая ракета «Тоу» попадает в Т-90. Сирийский экипаж допустил ошибку, которая могла стоить ему жизни. Он оставил люки танка открытыми. Через них ударная волна от взрыва 6 килограммов взрывчатки ракеты «Тоу» попала внутрь танка. Экипаж получил контузию, покинул боевую машину, но остался жив. Эксперты уверены, если бы это был не Т-90, а «Леопард» или «Абрамс», танк был бы уничтожен. Важной особенностью войны с террористами на Ближнем Востоке является то, что здесь танки очень часто применяются просто как средство усиления на блокпостах. Из-за укрытия нередко видна только башня танка. Что такое Т-72 или Т-90 в обороне? Это 10 тонн стали с пушкой, торчащей над насыпью. И все. Ведь снаряды спрятаны в корпусе, ближе к земле. Неудивительно, что даже после попадания современных ракет в башню танка, экипаж и сама машина, как правило, остаются невредимыми. Да и попасть трудно. Размеры небольшие, сравните с «Абрамсом». А что такое американский или немецкий танк в обороне? Это огромная башня с 30 снарядами, торчащая у всех на виду. Совершенно неудивительно, что террористы стараются попасть противотанковой ракетой именно в кормовую часть башни, где хранится боезапас. Кстати, в последнее время исламисты перестали выкладывать в интернет видеоролики, на которых видно, как они уничтожают западные танки. Теперь они публикуют только фотографии техники. Скорее всего, они пытаются скрыть, куда целятся во время нападений на «Абрамсы» и «Леопарды». На этой фотографии хорошо видна толщина бронезащиты отсека со снарядами. Ее можно пробить даже из крупнокалиберного пулемета, не говоря уже о противотанковой ракете. Турецкие и иракские танкисты даже стали усиливать башни «Абрамсов» и «Леопардов» траками от гусениц, как во времена Второй мировой. Но и это еще не все. Вы удивитесь, но в Европе осталась всего одна линия по производству немецкого танка «Леопард». И находится она, вы не поверите, в Греции. Взгляните на эти неприятные кадры. Это первый российский танк Т-90, который смогли уничтожить террористы в Сирии. Первый, больше чем за год войны. Все предыдущие атаки на Т-90 закончились ничем. Для сравнения, только в одном бою турецкая армия потеряла 10 якобы суперсовременных немецких «Леопардов». Давайте подробнее ознакомимся с обстоятельствами, при которых сгорел наш Т-90. По информации сирийских источников, этот танк находился в распоряжении солдат из афганской бригады «Фатимиюн», воюющей на стороне Башара Асада. Вот он же, когда еще был целым. Бойцы пошли в атаку к юго-востоку от Алеппо. В этом месте террористы уже давно не применяли противотанковые ракеты, поэтому система «Штора», предназначенная специально для борьбы с ними, не была включена. Первая ракета попала в верхнюю часть башни и вывела из строя приборы наблюдения и пулемет. Вторая пришла в борт и контузила механика-водителя. Экипаж покинул машину. Лишь через 2 часа огонь через открытые люки попал внутрь танка, достиг боеприпасов, и он взорвался. В Сирии продолжаются ожесточенные бои с террористами. А как продвигаются дела у западной коалиции по освобождению города Мосул, или, как его называют журналисты, иракского Алеппо? Иракский Мосул штурмуют около 70 тысяч солдат. Им противостояли примерно 8 тысяч боевиков.
По информации из открытых источников, за ликвидацию одного террориста иракская армия платит жизнями 6-7 своих солдат. Основная причина потерь – атаки смертников. Применение противотанковых комплексов. А на этой записи видно, как террористы сбрасывают бомбу с беспилотника прямо в центр группы иракских солдат. Неудивительно, что при широком использовании боевиками тактики нападений из засад иракская армия несет огромные потери. Общее число убитых и раненых солдат за 3 месяца штурма Мосула западные журналисты оценивают примерно в 20 тысяч человек. Число уничтоженных террористов около 3 тысяч. То есть никакая якобы суперсовременная западная техника не может помочь в борьбе с фанатиками, вооруженными легким стрелковым оружием. Врага приходится просто заваливать пехотой. Прямо сейчас в Сирии и Ираке в жесточайших боях выясняется, чья техника лучше всего помогает солдатам бороться с террористами. Российский Т-90 эту проверку прошел успешно. В конце января было объявлено о завершении разработки новой версии этой машины – Т-90М. Но главная роль в танковых войсках нашей страны в будущем будет принадлежать принципиально новым танкам – Т-14 «Армата». 22 января 2017 года ежедневная британская газета Daily Mail заявила, что в случае военного конфликта с Россией английская армия будет разгромлена всего за один день. Такие выводы содержатся в докладе экспертного центра при Министерстве обороны Великобритании. К слову, многие мировые эксперты едины во мнении, что не только российские танки, но и системы ПВО и самолеты являются лучшими в мире. Очевидно, что у России нет и никогда не было планов начинать военный конфликт с Англией. Но любой наш противник из стран НАТО должен знать, что в военном столкновении с нами у него шансов нет. После того, как в Сирии были наглядно продемонстрированы возможности нашей техники, все меньше остается желания ссориться с нашей страной у остальных потенциальных агрессоров.